Всем привет! С вами Юля. Сегодня 21 января. Начинаю снимать влог. Хочу показать вам свой новый процесс, новый старый процесс. Это дизайн Maya Ancor, востоковедение. Дизайн размером 25 на 25 сантиметров. Здесь ниточки используются Ancor. Они у меня организованы вот на такой органайзер. И вот такие красивые цвета. Вот. Этот дизайн я начала несколько лет назад в каких-то стартах. И так как было много стартов, какие-то работы я вышила, какие-то работы у меня остались незавершенные. Показывала вам видео о всех моих начатых процессах. И за этот дизайн также голосовали девочки, поэтому я его взяла сейчас в работу. Своих птичек от Custom Crafts немножко отложила, нужно нам отдохнуть друг от друга. Вот, и этот дизайн у меня было, что здесь вышито, сейчас возьму ножнички. Так, у меня была вышита вот эта часть и часть скатерти. За пару вечеров я довышивала скатерть, но здесь схема простая, и сейчас нужно делать бэкстич. Бэкстич здесь, конечно же, непростой, это Ancor Maya, ну, на скатерти он полегче, но тем не менее он непростой, потому что, конечно же, он несчетный, есть в серединку клеточки прокол, и он цветной. Вот здесь, вы видите, есть такие пропуски, здесь будет другой цвет, то есть сейчас я пока вышиваю одним цветом, нужно вышивать очень аккуратно, чтобы не сбиться на пол крестика, на пол клеточки. Потому что, видите, рисунок идет четкая геометрия, вышивается сейчас один цвет, и потом пойдет вышиваться второй цвет. Вот как мы видим здесь на скатерти. Немножко, наверное, чуть-чуть вам приближу, чтобы было лучше видно. Вот. Работа такая, знаете, кропотливая. Я помню, как я вышивала вот эту часть, вам постоянно плакалась. Вот вышью кусочек, расскажу, что я здесь вышивала одни три четвертые креста. Вот все это очень детально, мелко, сложно. Но работа интересная, знаете, для разнообразия. Я думаю, полезно повышивать что-то такое, получить опыт. Ну и, конечно же, она должна быть очень-очень красивая. Но я на это надеюсь. Поэтому у меня сейчас на станочке этот дизайн. Вышиваю на... Это у меня Мурана. Здесь была и до 16 каунта. Я, конечно же, заменила на равномерку. Точно такого же цвета. Вот тут такой, знаете, желтоватенький был, сливочный. У меня такого вот цвета Мурана не нашлось. Но нашелся близкий по тону вот такой бежевый. Тоже, мне кажется, будет хорошо, симпатично. Поэтому я остановилась на этой основе. У меня есть еще отрез как раз под парную работу, там у меня ваза с цветами. Ну, хотя бы этот дизайн вышить, потому что здесь работы на самом деле очень много, и как основные элементы, так и сами обои. Здесь очень детальная прорисовка, мелкая, поэтому нужно запастись терпением. Но хочется повышивать цветочки. Я вот помню, что мне хотелось попробовать розовым цветом, я сюда подобралась как-то и вот чуть-чуть повышивала один цветочек. Ваза частично и вот статуэтка. Ну, пока я хочу вышить скатерть, так как вышиваю на станке, и здесь не очень удобно бегать по всей площади. Хочу закончить скатерть и немножечко опустить ткань, тогда уже будет мне легче вышивать, может быть, статуэтку вышью, чтобы что-то было на основе, такое, знаете, элемент вдохновляющий. Вот, ниточки вам показала, но организация у меня простая, у меня просто органайзер мой вот с нитками, такие новости. И хочу начать сегодня воскресенье, есть немножко время, хочу начать один дизайн маленький, я уже его анонсировала, давайте сделаем небольшой обзор. Итак, дизайн, который я хочу сегодня начать, это вот такие замечательные птицы, голуби, наверное, набор Mill Hill.
таких наборов, таких дизайнов у Mill Hill много. Я вам рассказывала, что мне очень-очень понравилось делать вот эти зигугу. И поэтому я хочу быстренько выполнить этот дизайн. Так, смотрите, у нас в наборе здесь есть два пакета с бисером. Здесь вот есть игла. Здесь есть две иглы, извините, бисер и рубка, по-моему, называется вот этот длинный бисер. И такой вот мелкий обычный петит. Да, здесь у нас петит, а здесь вот такой. Буду я этот бисер организовывать вот в такой органайзер. Дальше вот оно сердечко. Давайте я его сразу вытащу, вам покажу. Вот такое оно маленькое сердечко. Пучок с нитками. Вот такие ниточки. Сейчас тоже я их разберу на какой-нибудь маленький органайзер. Ткань здесь, по-моему, идет либо лугана, либо мурана. Сейчас мы прочитаем, что за ткань, такой маленький отрезочек. Но написано, что 28 каунт. А что за основа не написано? Ну, на мурану не похоже. Так, очень интересная основа переплетения. Окей. Ну что, по инструкции мне здесь вам особо нечего показать. Mill Hill. Я думаю, что многие с ним знакомы. Я тогда приступаю к организации, разбору ниток. Буду делать вот этот замечательный дизайн и покажу вам потом, что у меня получилось. Пликую, ну вот как-то так. Итак, сегодня понедельник, 29 января. Вот уже январь месяц пролетел. Время летит очень-очень быстро, только успевай. А я продолжаю снимать мой рукодельный влог. Сегодня хочу показать вам дорожку хардангер на комоде. Я расстелила. Работа продвигается, и мне захотелось посмотреть, как это будет все уже смотреться. Иногда я так стелю, смотрю. Вот, и хочу сегодня с вами поделиться тоже этим масштабом. Я говорила, что дорожка будет 1 м 50 на 50 сантиметров. Так получилось по рисунку. Мне бы вот чуть-чуть еще, конечно, хотелось пару сантиметров, чтобы она доходила до краю, но чуть-чуть у меня по рисунку не получилось. Такой здесь орнамент. Вот, но в целом, вот смотрите, как уже красиво получается. Будет смотреться, мне кажется, очень круто. Ну, красивые оттенки, красивый рисунок, все очень лаконично. И вы видите, у меня вышито достаточно много, вышито сделано. Осталось мне сделать четвертинку, вот этот уголочек. Я уже приступила и вот пару секций сделала там алжирские глазки. Ну, нужно будет ажурить, и дальше алжирские глазки, ажур. Вот такая вот у меня будет красота. Ну, и я вам говорила, что вот здесь по краю будет у меня все обрезаться. Вот так, минуточку, хочется выкроить, снять какой-то фрагмент. Тут уже телефоны названивают. Снимаю с утра перед работой. Спешу показать, потому что вечером, конечно, освещения такого нет. Нужно ставить лампы, и камера с лампами настраивается сама как хочет. Я вот никак не могу ее выучить с ее настройками. Поэтому пользуюсь моментом утром показать вам всю вот эту красоту. Самое красивое здесь, конечно, это вот эти уголки, они потрясающие. Ну, вся секция, все секции, конечно, красивые, просто здесь у меня очень простой такой рисунок. Это моя первая работа хардангера, такая большая, масштабная, поэтому рисунок я выбирала попроще, чтобы, знаете,
побыстрее как-то увидеть эффект, результат. Но вот уже почти год я с этой работой, и мне, конечно же, нужно уже сделать финиш к марту месяца, к апрелю, вот как-то так я планирую. Но это достижимый результат. Четвертинка, здесь уже не так много. Я очень много времени потратила, ну, не считаю вот все секции основные, вот на этот орнамент, который идет по кругу. Тут вроде бы совсем простой стежок, простой рисунок, но все-таки в целом, если посчитать, то это получается 4 метра нужно обшить вот так двойным стежком. Мне ушло много времени. Работа, конечно, трудоемкая, но ничего, зато будет вещь. Будет очень красивая вещь, практичная. Вот такой у меня будет хардангер. Так, и покажу вам еще, какие у меня рукодельные новости. Так, еще из рукодельных новостей у меня случился финиш. Я вам показывала в начале, что я хочу сделать вот этот зигугу, подвеску. Очень красивый треугольничек. У меня все получилось. Посмотрите, какие красивые голубочки. Вот когда делаешь вот эти треугольнички, сразу хочется идти и скупить все, что там есть еще в этой технике. Вот такие вот дизайны от Mill Hill. Они потрясающие. Обратную сторону я просто шила. Я не закрывала бисером. Ну, как-то мне здесь не захотелось закрыть бисером. Вот просто такие вот красивые голубочки. Очень красивые здесь висюльки. Видите, здесь используется, как называется, рубка, да, бисер, подвес в таком же стиле. Очень красиво. Дизайн хорошо проработан. И теперь у меня вот таких вот треугольничка 2. Здесь больше висюлек, но они покороче. А здесь они длиннее, и их всего 3 штуки. Осталось всего много, и ниток, и бисера там на 3-4 вот таких вот висюльки хватит. Ну, можно сделать еще несколько работ, за исключением вот этого пришивного сердечка. Вот. А так всего вполне хватает. Конечно, хочется продолжать серию. Обязательно буду покупать еще эти наборы Mill Hill. Вышиваются быстро, собираются, и очень-очень здорово получается, настолько неприятные. Вот подвесила их, и буду ими любоваться еще очень долго. А там посмотрим, какая дальше у меня будет композиция, может, сменю. Но их даже менять не хочется, они очень-очень стильные, очень красивые, потрясающие такие вещи. Вот это у меня один момент по моему рукоделию. Ну, в общем, скажем, первый финиш этого года. Очень даже здорово. Вот в прошлом году вот этот был финиш, а в этом году вот такой вот подвес. Но они разные и очень красивые, по-разному смотрятся. Чуть-чуть побольше вот этот с голубками. Чуть-чуть. Саму капельку. Ткани разные. Скорее всего. Вот такая красота. Давайте еще вам покажу, какие у меня новости. Так, и процесс, над которым я сейчас работаю, это анкор Майя, востоковедение. Я думаю, что вам на контраст очень заметно продвижение, какие у меня результаты за, ну, скажем, за неделю примерно получается так, да. Я дошила скатерть вот здесь сбоку. В скатерти бэкстич, надо делать увеличение, потому что здесь работа очень детальная, и максимально нужно делать увеличение, чтобы вы могли понимать масштаб работы проделанной. Вот, в скатерти бэкстич, он здесь не счетный, есть серединку клеточки и есть несколько цветов. Сейчас, наверное, может быть, не очень видно, но здесь есть переходы. 2 цвета использовалось. Главное было вышить основной цвет, сделать контур в этой скатерти, а потом я уже добавляла второй цвет, нежно-зеленый добавочный. Уже было полегче. Потом мне захотелось немножко повышивать вазу. Вот она, ваза. Ваза здесь, конечно, девочки, это еще та штука. Здесь вообще одни четвертинки, потому что здесь буквально все одни четвертинки разными цветами,
Вот видите, листочки, вот какие-то тут корешочки, как это все проработано, и все вот тут вот четвертиночки. Вот этот цветок, видите, вот они четвертиночки. Здесь все вот так меленько, дробненько, одни четвертинки. В общем, я шила, и ну, это кропотливая такая работа. В принципе, я уже приловчилась. Уже не надо, наверное, так плакаться, вам постоянно вас пугать. Но, тем не менее, работа идет медленно, кропотливо. Очень легко запутаться. Пропустил какую-то четвертинку, вышивая по копии. Копии всегда получаются более такие, знаете, слабо видны какие-то значки. Вот. И пропустил какую-то четвертинку, нужно опять закрепляться. Ну, так вот, непросто. Ну, я продвигаюсь. Здесь, конечно же, будет еще бэкстич сверху, поэтому еще не все. И я стараюсь вышивать, немножко менять себе места вышивки. То слева я, то справа повышиваю. Вот, занялась также статуэткой. Статуэтка вышивается попроще. Здесь нет четвертинок. Нормально здесь идет вышивка. Я на ней отдыхаю. Почти я ее довышивала. Остались вот здесь вот. Не вижу пробелы вот здесь вот вышить. И вот здесь закрыть будет голова и дальше бэкстич. Вот, ваза у меня пока еще не тронута. Вот как я ее вышивала, так она и стоит. Ну и тут, конечно, тоже там все очень все по-хитрому. Работа кропотливая, но продвигается. Покажу вам вот эту полку, которую я вышивала год назад, по-моему, где-то год назад. Тоже здесь одни четвертинки, бэкстич такой, видите, дробненький. Но зато как красиво же получается, шикарно. Проработка такая, знаете, ну, очень интересная. Работа интересная, несмотря на все сложности, которые с ней связаны, с отшивом. Но хорошая разработка, стоит того попробовать себя испытать и вышить что-то такое очень-очень необычное. Детально, но анкор майя – это непростые работы. Вот. Вот так в целом смотрится сейчас работа. И на этом, наверное, сделаю паузу, потому что надо ехать на работу. И сейчас уже звонки пошли, чтобы вам все это в кадр не шло. Покажу вам попозже, какие еще у меня новости рукодельные. Так, еще буквально минуточка у меня появилась, поэтому быстренько тоже спешу вам показать, рассказать. Хочу сделать новый старт сегодня вечером. У меня уже ведется работа по этому старту. Это вот эта схема от Just None. Очень интересный дизайн. Я вам показывала, что я его приобрела. Приобрела к нему ткань по ключу. Я посмотрела, проверила, да, все правильно по ключу. Это у меня 28-й каунт, антик Ivory, кашель, лен 13 на 18 инчей. Я все померила, думаю, правильно посчитал, неправильно. У меня всего хватает. Сделала себе какую-то такую, знаете, вот разметку. Сегодня я буду утюжить основу. Она уже обработанная оверлоком. Вот. Сегодня ее проутюжу и буду приступать. Единственное, здесь с нитками у меня не полный комплект. Нитки вот у меня собрались, ниточки ДМС. Здесь у меня коробочка, но пока без иголок, еще не укомплектовала. Так, такая будет у меня комплектация, не буду ничего нарезать, буду иголки парковать прямо в бобинке. У меня бывает такая организация, тоже очень удобно. Вот единственное, что здесь у меня не совсем понятно, что по ключу какие-то моменты. Здесь есть, используется перле, но белый, черный я куплю, обычная восьмерка. Вот. И есть здесь написано вот нитки ДМС Флош. Но это же обычный ДМС вроде бы, потому что здесь сверху написано ДМС, а здесь ДМС Флош. Может быть, это какой-то меланж. Я даже не знаю. Вот тут у меня, конечно, еще есть такой момент. Я буду проверять эти нитки. Здесь вот тоже, наверное, есть какая-то нитка, где, значит, вот здесь у меня есть вот эта вот ниточка, где написано 100, 103, да, 100 дробь 3, и написано ДМС Флош. Я вот не знаю, я с таким не сталкивалась, может быть, это просто как
ну, как название нитки, что это там какой-то шелк, да, вот это вот сой. Потом вот еще вот есть тоже, ну, скорее всего, это название фирмы-производителя, вот так точнее. А дальше их цвета. И здесь подборка в ДМС. Ну, буду разбираться потихоньку. Сейчас у меня схема на работе. Там два листа инструкции. Я потихоньку перевожу. Копию сделала. Сегодня хочу сделать первые крестики. Ну, хотя бы вот здесь попробовать, посмотреть, как оно вышивается. Ну, очень-очень интересно. Поэтому вот такой у меня будет старт. Мы с вами увидим, наверное, через недельку, что у меня получилось. Пожелайте мне удачи. Увидимся с вами в следующем включении. И еще раз всем привет. Сегодня 8 февраля. Решила сегодня подвести итоги, показать вам, что получилось у меня навышивать. Так сказать, подвести итог двух недель по рукоделию. И хочу начать, во-первых, с хардангера, с моей дорожки 1,50 м на 50 см. У меня здесь достаточно хорошее продвижение. Я несколько вечеров занималась именно этой дорожкой. По утрам всегда стараюсь хотя бы ниточку вышить, хоть чуть-чуть. И вот такими шажками я потихонечку ее продвигаю. У меня осталось вышить буквально чуть-чуть вот такой вот уголок. Здесь давайте посчитаем: 1, 2, 3, угол тоже буду считать, 4, 5 секций. 5 секций мне нужно вышить, и алжирские глазки, и сами переплетения, и все, будем стираться и будем уже все это подрезать. Конечно, хочется мне уже сейчас ее завершить, но так случилось, что мне нужно кое-что сейчас побыстрее сделать на подарок, поэтому дорожка на чуть-чуть будет откладываться, буду по ней скучать, но при первой же возможности обязательно снова возьму ее в работу. Я думаю, что к весне как раз она должна у меня быть готова. Потрясающий дизайн. Легко выполняется, здесь рисунок не сложный и можно выполнить в любой цветовой гамме, какая вам нравится. Можно взять цветную основу, вышивать белыми нитками, можно белую основу и другими цветами вышивать. Тут, в общем, полет фантазии. И за это я полюбила хардангер, то, что один и тот же дизайн можно обыграть по-разному, и будет, ну, можно один и тот же вышивать несколько раз, и будут совершенно разные работы. Это, конечно, очень интересно. Вот это творческая, знаете, крупица начала. И мне нравится сам процесс. Легко, просто, интересно, захватывает, увлекает. Просто, вы знаете, не оторвешься. Как вы видите, вышиваю я на пяльцах, продолжаю работать с пяльцами. Очень удобно, потому что здесь не нужна, в общем-то, такая тугая натяжка. Я их не затягиваю, просто, знаете, вот снимаю, переставляю и вот так вот иду потихоньку. Ну и вот видите, процесс. Здесь у меня сейчас алжирские глазки вышиваются. И вот так вот переплетение. Вот такие новости по дорожке. Давайте вам покажу дальше новости. Так, и следующий дизайн, который я вышивала, это Just None. Вот такой чудесный дизайн, яркий весенний. Я думаю, всем уже хочется немножко весны. И сейчас вы видите продвижение, что получилось мне навышивать. Вышиваю на льне, на оригинальной основе, как идет по ключу. Не очень я люблю льны, потому что, ну, вроде бы ткань плотная, но все равно переплетение, когда ты вышиваешь, они такие, знаете, хлипкие. Вот смесовые ткани намного лучше держат форму креста. Здесь, ну, не знаю, почему-то у меня крестик не очень красиво ложится, и поэтому я, наверное, грешу на основу. Вот, ну, дизайн непростой. Во-первых, нитки я пока собрала все. Во-вторых, здесь есть петит. Это вот эти вот цветочки. Здесь, ой-ой-ой, какой петит. Показываю вам пока в целом картину, чтобы вы могли посмотреть объем, да, потом, может, покажу как-то петит. Ну, петит нужно фотографировать, наверное, и отдельно вставлять как слайд-шоу. Вот здесь надпись тоже вышивалась петитом. Год. Здесь пропуск, здесь будет мое имя, но я пока не рассчитала переплетение, нужно будет все это посчитать. Дальше, что здесь, какая заковырка? Вот здесь идет, по идее, ниточка должна была быть шелковая меланж,
ну, ручного крошения, да, какой-то шелк. Вот. Но так как у меня этой нитки нет, я решила не загоняться по ниткам, они очень дорогие, а мне сейчас хочется повышивать. И я вспомнила мой опыт с Stony Creek Home Sweet Home, да, вот этот маленький сэмплер, где там 70 цветов было, и там вот переходы достигались за счет часто смены нитки, когда там брали по 3 крестика каждого цвета, и вот получался вот такой вот переход. Я решила воспользоваться этой техникой, посмотрела, что по ключу, посмотрела, что по картинке, и подобрала примерно эти оттенки цвета, как мне нравится, и вот так я их чередой. Я пробовала и по 5-6 крестиков вышивать, но потом перешла по 3 крестика. По 3 крестика, я считаю, как-то более гармонично идет переход. Ну, как-то, знаете, так не бросается в глаза какие-то большие участки. Идет более плавный переход. Ну, мне кажется, у меня получилось. Получилось ярко и как-то так, знаете, ну, празднично немножко. Празднично, можно так сказать. Вот. Сделала вам покрупнее, чтобы вы оценили пятитинки крестика. Через одну нить переплетения вышивала здесь крестиком. Вот. Вот мой рукодельный меланж, как я здесь вышивала. Ну, в общем, такой дизайн, знаете, непростой. Он такой, как сказать, очень трудоемкий, но в то же время, да, я вот, когда бывают трудоемкие такие дизайны, мне хочется их забросить, и вообще, как бы, сил не хватает. А здесь он увлекательный. Мне хотелось его, ну, как бы, я себе думала, надо уже отложить, потом нужно браться за другой процесс, а не хотелось, вот совсем не хотелось откладывать, и просто, знаете, потому что мне действительно нужно сейчас взять другой процесс в работу, сделать на подарок, поэтому я его откладываю прям вот с таким тяжелым сердцем. А так мне в этот дизайн очень-очень понравилось вышивать. Приступила к вазе. Вот здесь я посмотрела по картинке, у меня, скорее всего, ошибка цвета. Я не пойму, почему я, может быть, значок не увидела правильно, потому что здесь схема оригинальная, девочки, она очень мелкая. За эти деньги, вот я, чтобы не поругаться, наверное, не получается, за эти деньги могли бы сделать схемку покрупнее. Схемка очень мелкая, и какие-то значки приходится, ну, вот просто, знаете, с лупой рассматривать. Есть какие-то элементы, которые в увеличенном виде, но какие-то все-таки приходится сидеть и разбираться. Вот. В общем, ваза, скорее всего, я где-то не углядела. Здесь у меня вот такой вот серенький цвет, 641. Но здесь должен быть голубенький какой-то по схеме идет. По отшиву я уже посмотрела. Может быть, я и ошиблась, я еще перепроверю. Ну, в целом, вазочка вот такая красивая. Здесь будут бисериночки. И вот божья коровка. Это чисто пятитинки крестиком через одну нить переплетения. Несмотря на то, что такая она получилась плотненькая, выпуклая, но букашка очень красивая. Вышивать было, кстати, тоже очень интересно. Я, в общем, с удовольствием вышивала этот дизайн, делала такие, знаете, паузы, немножко петитом, крест, петит, крест, потому что вечером вышиваю, глазам, конечно, тяжело вышивать только петит. Вот, я переключалась, получила огромное удовольствие. Откладываю дизайн ненадолго, он у меня, я уверена, не заваляется, не залежится. Откладываю его только для того, чтобы сейчас сделать мне дизайн на подарок. Сейчас я вам покажу, что я буду вышивать. Я уже в соцсетях анонсировала свои планы на февраль. Ну да, знаете, ты вот так сидишь с вышивками, думаю, гадаешь, думаешь, ну чё, чем бы себе еще придумать. И сделала себе небольшой план на февраль, который, в общем-то, на сегодня у меня достаточно хорошо идет по сердцу. Ничего не хочется менять, все, что выбрала, все и вышиваю. Вот, поэтому переключаюсь и показываю вам дизайн подарочный. Так, принесла с работы. Я думаю, что вы уже сразу догадались, потому что на работе сильно процесс у меня не продвигается. Это так, знаете, для душевного успокоения. К
Кстати, пяльцы тоже нужно снять, потому что все это у меня сейчас будет на станок одеваться, иначе я не дошью так этот процесс. А вышивать здесь немного, но мне нужно сшить еще, успеть сшить подушку. Организация была вот в такой сумочке. Я тут же парковала какие-то остатки. Сумочка очень классная, я ей пользуюсь и очень-очень рада, что когда-то ее сшила. Так, это Design Dimensions, оригинальный набор. Здесь напечатанный у нас рисунок, частичная вышивка. Частичная вышивка, здесь гладь, крестик, французские узелки, коучинг, ну, может быть, кординг, я не знаю. В общем, всего понемножку. Вот такая красивая лошадка. Я увидела этот набор, мне захотелось его приобрести, приобрела. В целом будет смотреться очень красиво. Ну и, конечно же, когда я буду делать подушку, подушка тоже должна быть у меня большой. Буду делать обязательно вставки, добавки. То есть это будет большая подушка, рюшечки. Ну, в общем, все красиво. Мне кажется, будет прям вот идеально в детскую комнату для девочки. Цвета здесь красивые, я думаю, что ткани у себя я найду, не найду, так подкуплю. В общем, я думаю, что я надеюсь, что справлюсь с этой задачей. Подушку я еще не шила, кстати, это будет первый опыт. Ну, ничего, как говорится, дорогу осилит идущий. Вот, что мне здесь нужно довышивать? Я здесь где тут? Ага, значит, я вышиваю седло, нужно довышивать. Дальше, вот здесь много цветов, здесь и гладь, и крестик, все вместе сочетается. Вот здесь мелкие цветочки тоже, я уже не помню, как они будут вышиваться. Но так, знаете, замудренно всегда по контурам, когда такая контурная вышивка, вышивать сложнее, потому что ты не знаешь, как нужно этот крестик поместить, и чтобы заполнить правильно контур, я делаю 3/4 креста, где-то бэкстич, в общем, стараюсь как-то придавать более понятную форму. Но вот то, как идет по схеме, где я ничего не делала, это вот эти цветочки, вот, но они на рисунке, на обложке так вот и есть, такие вот размазанные. Может быть, если сделать здесь бэкстич, как-то это будет лучше смотреться. Ну, в общем, дизайн вот такой. Это старенький Dimensions, вот такой вот дизайн. Нужно его так и воспринимать. И нечего здесь ждать каких-то прям вот супер проработок, либо какого-то шедевра. В целом, в подушке будет смотреться очень интересно, потому что ручная работа. Здесь и золото уже есть. Вот здесь вот участок. Вот. В общем, необычная, оригинальная работа. Поэтому мне нужно поднажать. Я надеюсь, на субботу-воскресенье, когда у меня времени побольше, чтобы можно было все это доделать. И на следующей неделе нужно потихоньку начинать кроить и шить. То есть я, ну, надеюсь, что я за неделю как-то должна сшить подушку. Наполнитель у меня есть, все есть. Главное собраться с силами, время, настрой, и все получится. Нитки у меня, ну, наверное, не стоит их показывать, вот так вот на органайзере оригинальном. Они, конечно же, запутаны, тоже их нужно сейчас разобрать, привести в порядок, сделать красивую организацию, натяну на раму и вперед, и буду потихоньку вышивать. Я думаю, что все мои вот эти обновления, продвижение вы уже видите в следующем видео. Это я буду потихоньку завершать. Что еще у меня осталось вам показать? Подарки-покупки. Идем. Итак, подарки-покупки. У меня случилось событие. Меня нашли в YouTube, конечно же, две девочки-рукодельницы с Греции. Одна с Афин, другая с островов. И так удачно все сложилось, что они практически одновременно меня нашли, со мной связались, и все удачно сложилось. Мы встретились, познакомились, пообщались. И я теперь вдвойне счастливый человек. У меня целых две Наташи появилось, которые занимаются вышивкой. Очень-очень рада этому знакомству. И вот ко мне пришли небольшие подарки. Всегда
получать подарки очень-очень приятно. Хочу показать вам вот такой вот набор от Body Threads. По-моему, это серия блохастики, если я не ошибаюсь. Очень интересная серия. Вообще, я люблю подсолнухи, и когда я увидела вот этого чудного блохастика, вот так я тоже люблю. Они замечательные, эти утки. Я подумала, что можно вышить либо вот так, как есть, либо можно вышить только подсолнухи на какой-нибудь цветной красивой основе, украсить это все по кругу хардангером, я же хардангер теперь очень люблю, и сделать подушку. Прям идея фикс. Либо можно прям сделать дорожку, вышить эти подсолнухи с одной стороны сбоку и с другой стороны вот так вот сбоку. Да, вот так, и будет чудесная дорожка. В общем, идей миллион, мне только что-нибудь дай в руки, у меня сразу творческая фантазия работает. И прилетело ко мне две основы от Мурана премиум. Вот такая красивая основа, лавандовый цвет. По-моему, у меня есть такая Муран Лугана, а это Лугана, лавандовый цвет. Наверное, здесь еще есть и схемка внутри, я так вижу. Надо будет открыть, посмотреть. И Мурана, очень красивый цвет. Вот я бы эти подсолнухи вышила на Мурана. Но здесь я посмотрела 14 каунт, а здесь у нас Мурана соответствует 16-му. Поэтому не хватит, на, ну как в смысле будет сильно уменьшенный дизайн, не стоит этого делать. Но ткани красивые, особенно вот этот цвет, он очень интересно всегда смотрится в различных дизайнах. Я думаю, что долго не будет лежать в запасах, обязательно найдется ему применение. Но подсолнухи я вот давно не вышивала и очень их люблю, поэтому я уже идеи прорабатываю, что мне с ними сделать, как использовать. Но они классные. И причем у них хорошее расположение, их можно и вот так подушку сделать, либо дорожку, как я сказала, вот так, ну, с двух сторон нужно вышивать, правда, по два раза подсолнухи, но ничего страшного. Вот, дальше. Это такие у меня, такие подарки. Дальше у меня есть покупки. Мы с Наташей, с Крита заехали в магазин, рукодельный. И я там накупила себе золотых иголочек. Они у меня уже в процессе. Здесь уже их мало осталось. Они у меня в процессе. От Чеснан. Я прям в бобинке иголки паркую. Мне захотелось побаловать себя вот такими иголочками золотыми. От ДМС, 26 номер я люблю. Поэтому взяла 3 пачки и уже заканчивается. Надо было больше брать. Дальше, что я еще там купила? Ну, как всегда, без ниток я не ушла. Так. Нитки. Приле всегда мне теперь нужно, теперь мне всегда все нужно. Белые ниточки от ДМС подорожали. Я все сетовала, что в деревне дорого покупала, а здесь они, оказывается, еще больше подорожали. Ну, что делать? В общем, купила 3 мотка и 3 белых и 1 черный. Это мне по одному мотку нужно тоже в схеме от Jasnan. Я, по-моему, в начале видео вам рассказывала, уже не вспомню. Так, приклеился пакет. Отстань, пакет. Вот. Где-то здесь будет вышиваться какие-то шовчики вот этими нитками. В общем, я уже точно не помню, где он используется, но там он есть. Докупила немножко ниток ДМС, тоже подорожали, уже по евро 10, все, цены ползут, не успеваешь. Что еще? Купила вот такую вот книжицу. У меня давно была идея фикс научиться обрабатывать край основы, край салфетки, ну, ткани, да, скажем так, обвязывать крючком, вот. Я все думала, как бы мне нужно научиться, что-то нужно с этим сделать. И у них были такие брошюрки, вот видите, это от ДМС, такая коллекция, на разную тему. Как использовать вот такие нитки по вязанию крючком. В общем, разная тематика, я увидела вот эту, и как раз то, что мне здесь нужно. Здесь все очень просто, пошагово, как раз вот для начинающих. Показано, какие нитки, какой крючок. И как обвязывать схема. Разные здесь рисунки даны. Мне очень понравилось. Может быть, я старомодная, но я
У меня есть такая идея научиться вот так обвязывать, и хочу делать какие-то тоже прикладные вещи вот с таким вот красивым обработанным краем. Может быть, мешочки, может быть, дорожки, вышивка плюс крючок. Ну вот что-то такое у меня давно есть. Вот видите, мешочек какой красивый. Что-то такое давно крутится у меня в голове идеи. Просто еще не дошли руки. Я же еще работаю, я же не только рукоделием занимаюсь. Вот, выкраиваю. Вот можно подушку вот так вот, наволочку сшить и обвязать. Очень красиво. Раньше в деревнях это вообще все делали. Вот. Сейчас это уже мало кто делает. Может быть, старомодно. А мне нравится, мне очень нравится. Это, знаете, так тепло, так приятно. Какие-то такие вот вещи очень милые. В общем, класс, я очень довольна. Потом мне подарили парочку схем. Так, ну это такая, знаете, совсем маленькая. Где они? У них прям блокнот, как обычный блокнот, да, для записи. Там напечатаны схемы, вот такие всякие разные. И когда что-то покупаешь, они тебе листик 2-3, сколько хочешь, дают. Вот, и парочку мне подарили вот таких, вот у них есть брошюрки. Ну, тут для нас ничего интересного, но знаете... Оно же даром, поэтому оно надо. Кстати, вот даром не даром, сейчас покажу. Здесь есть очень классный дизайн, но у них его не было. Вот это сердечко. Оно тут еще меланжем каким-то вышивается. Так, камера, ну покажи нам, пожалуйста. Вот. Картинки очень маленькие, поэтому вы извините. Очень красивое сердечко, но вот этой схемы конкретно не было. Эта бабочка мне тоже очень понравилась. Ну, такой дизайн, я бы его вышила. Вот кот сиамский. Кто любит котов, можно вышить кота. Вот. Вот он у меня, этот кот. Схемка. И вот для самоделок, кто занимается творчеством, как можно использовать нитки перле, какие-то плетения, что-то можно какие-то сандалии обвязать, обплести. Там закладки, еще что-то. В общем, это мне не очень как бы и нужно. Ну, дали, ладно, пусть будет. Никогда не знаешь. Ну, а вот это вот прикольное. Это так себе схемка. Вот, ну, алфавит там есть. А тут, ну, то же самое все. Цветочки. Ну, ничего, есть у них интересные дизайны, даже которые вот бесплатные. Кот просто мне, кот он пока не нужен, может быть, пригодится на подарок что-то вышить, сделать. В общем, вот такие вот небольшие покупки, пополнения. Сделала я заказ Вервака и Ланарты. Простите, девочки, кто ждет. Немножко у нас задержка произошла. Ну, сделала заказ, поэтому скоро будут наборчики. И себе тоже я там, как всегда, назаказывала. Думаю, каждый раз все, уже ничего не буду заказывать, но все равно назаказывала. Поэтому будет видео у нас о новых поступлениях наборов Ланарта Вервака и о моих покупках. Так, ну что, на этом все. Желаю вам хорошего настроения, до новых встреч. В инфобоксе оставлю информацию о моих соцсетях, Инстаграм, Фейсбук, везде, где есть, поэтому... Приходите, подписывайтесь, можете наблюдать по фотографиям за моим творчеством. Вот, может быть, кого-то интересуют наборы, хотите приобрести, поэтому тоже можете обращаться. Ну, а на этом у меня все. До новых встреч. Всем пока-пока.